Музична зима у Дніпропетровську почалась з теплої зустрічі, яка привела меломанів до справжнього котла з варевом стилів. Чилаут і фанк, диско, етніка і лаунж, ф'южн, тріп-хоп і прог-рок. Мішанина дуже схожа на провокацію. 1 грудня на сцені арт-центру «Квартира» зібралися давні друзі та соратники – «Джакузі Проджект» і «Аляру». Руслана Султанова нарешті привезла нам свою екс-дніпропетровську, а нині московську команду. Про перевірку рідними стінами дивіться далі. Такі «Джакузі Проджект» і «Аляру» у музичних колах Дніпропетровська знає добре. Коли перші активно починали свою діяльність у рідному місті, інші подалися за ближній кордон. Замахнулися підкорити російську столицю. Час минав. Музиканти обох колективів дорослішали особистісно і творчо. Та ні відстань, ані іноземні кордони так і не стали перешкодою для міцної дружби наших героїв. І ось, через 3 роки розлуки і творчих пошуків, команди вперше зустрілись на одній сцені. І саме у рідному Дніпропетровську. Оба коллектива, они сделаны, сделана музыка от чистого сердца, и где нет границ вообще никаких. Вот, есть некий общий фундамент, и мы делаем это круто, мне кажется. От сердца, я имею в виду, не музыкальный фундамент. Ну, да, это в любом случае искренне. И первый концерт почему? Потому что тоже вот Руслана уехала в Россию там 3 года назад, когда джакузи, грубо говоря, еще только-только появились. Вот. Мы уже созрели до того как бы времени, дошли до той планки, когда мы можем себе позволить встретиться вместе 2 проектами и что-то дать людям. Подія подібного формату носить ексклюзивний характер. Адже сьогодні в Україні якісна музика не надто популярна. У репертуарі «Джакузі Проджект» та «Аляру» – ані попси, ані репу. Їхні доробки – дещо зовсім нове для українського слухача. Щось незвичне та експериментальне. Мінливий за своїм змістом стиль та імідж обох команд привертає увагу меломанів. Гурмани знаходять поєднання у тому, що на перший погляд є зовсім несумісним. Это смешение стилей, когда вот ты не четко идешь там на рок-группу, либо там на электронного диджея, там, либо артиста, вот, то в любом случае это как бы смесь, это эклектика, которую люди, ну... Тут недавно в Петербурге по поводу эклектики сказали, что синтетика, типа теперь в 21 веке, на сегодняшний день, нельзя называть словом эклектика, теперь в моде синтетика. Каждый человек придет и услышит что-то, что ему нравится. То есть будь то там, ну, там фанк там 70-х, 80-х годов или транс там 2000-х годов. То есть, и это, в принципе, как бы позволяет охватывать более широкую аудиторию, то есть делать то, что нам самим нравится, и при этом как бы быть, скажем так, в течение там, какого-то современного направления. Як не крутись, як не прилаштовуйся під прискіпливі смаки сучасної аудиторії, всім і кожному не догодиш. Музика «Джакузі Проджект» та «Аляру» вже завоювала свою певну нішу та здобула по-справжньому щирих прихильників. Людей, у першу чергу, із розумом. Тут є таке поняття, це інтелектуальна музика. Тобто це не просто музика, під якою можна подригати ногою, а музика, яка має йти, ну, як би... Человек должен думать, он должен прийти и понять, что хочет ему дать музыкант своей музыкой. Вот, то есть в этом плане мы близки, потому что играть просто так для того, чтобы играть, мы не будем. Мы хотим дать что-то новое, какой-то толчок, чтобы человек, который пришел на этот ивент, он такой сказал: «Ух ты, я такого не слышал, мне это интересно». В принципе, видят. Я думаю, что зрителя обмануть сложно. Особенно практически сегодня. Невозможно. Когда слушатель устал от повседневной музыки. На самом деле мы вот... Да, я его уверена, сложно что обмануть, и мы к этому так и относимся. Я думаю, что он, понимая это, он
ну, отвечает нам взаимностью, я надеюсь. І хай у рідній країні їхні кліпи не дивитимуться мільйони. Ми за кількістю не женемося, впевнено скажуть учасники колективів. Та продовжать собі експериментувати і надалі, адже мають свій власний рецепт ідеального звучання та по-справжньому якісної музики. Музика – це все одно труд. И вот насколько любой специалист отдается своему делу, будь ты бухгалтер, будь ты строитель или летчик, насколько ты будешь получать отдачу и в финансовом плане, и там, в любом другом. Поэтому мы, я считаю, что оба коллектива там, 3-4 года это не возраст. Мы только-только начинаем. Тут еще самый важный момент. Музыкант никогда не будет зарабатывать много. Не с того, что мало платит или так далее и тому подобное. Нет. Музыкант, если он по-настоящему музыкант, он получает, к примеру, гонорар. Куда он это будет вкладывать? Запись. Хорошо. Заработали на запись. Нам нужен альбом. Вложились в альбом. Заработали деньги. Офигенно. Мы хотим записать еще лучше, еще качественнее. И пошло по наглядному. Совершенно верно. Да, то есть ставится только планка выше и выше. Да, то есть... так это все примерно происходит на одном уровне. Just high and low.